Значит, зажимается гриф на первом ладу и на месте соединения грифа с корпусом. Вот. И вот посередине, вот в этом месте примерно где-то 10 лад. Вот. Здесь высота должна быть вот, ну, на 10, если 10-46 струны, как раз на толщину первой струны. То есть первая струна должна проходить вот, в нажатом положении, на зажатая струна на ладах. Вот. Должна струна проходить такая же десятка под ней, то есть 0,25 сотых миллиметра. Потому что вот 0,0010 дюйма, это получается 25 сотых миллиметра. Как раз вот на толщину струны. Вот. То есть под первой струной должна проходить такая же первая струна. Да, вот это правильно отстроенный анкер. Это если струны десятка. Если девятка, там чуть-чуть больше, чем первая струна. Вот. Но это легко можно выставить, когда есть линейка. Вот струнная линейка. А шестая струна? Шестая струна? Ну, чуть больше, возможно, чуть больше. Примерно 0,3 миллиметра. То есть на 5 сотых больше миллиметра.